Привет всем, кто меня знает. Приглашаю вас на свой вебинар, который посвящен очистке организма. На нем я поделюсь с вами методами очистки организма, а также развернуто отвечу, что такое шлаки, откуда они берутся и как очистить организм от этих шлаков. И почему медицина об этом умалчивает. Разберем, как очищать систему пищеварения, внутренние органы, кровь и сосуды. Все вы хотите быть энергичными и жизнерадостными, и после очистки организма ваш уровень энергии возрастает. Этими заманивают методы очистки организма, ну, если, конечно, не учитывать желание похудеть. Очистка организма помогает освободить ту энергию, которая боролась со шлаками и продуктами их распада. Поэтому, когда вы очистите организм, вы заметите значительный приток энергии. Подробно о том, что будет на вебинаре, как на него попасть и когда он состоится, смотрите внизу.